Всем привет, вы на канале Apple, и сегодня мы снимаем фокусы. Приветствуйте Рому! Итак, сегодня мы будем снимать, как я делаю фокусы. В этом помогать мне будет Максим. Сегодня будет играть роль помощника моя рука. Итак, пожалуй, начнем. Первый фокус у нас с картами. Максим, выбери карту и покажи на камеру. Ну, пускай будет это. Вот, все видят. Вот, отдаем Роме. Так, я ее посмотрю. Я предположительно знаю, что это за карта. Теперь я отвернусь и перемешаю карты, чтобы вы не думали, что я там что-то подсматриваю. Итак, начнем. Это не та карта. Это не та карта. Это не та карта. Это не та. Не та. Не та. Не та. Возможно, это. Не та. Не та. Не та. Нет. Я думаю, хватит. Итак, среди этих двух карт есть твоя карта? Да, есть. Итак. Итак, твоя карта это. Угу. Вот. Итак, на этом первый фокус заканчивается. Сейчас будет второй фокус. Итак, теперь приступим ко второму фокусу. У нас есть веревочка. Немного тут плохая, но пойдет. И небольшая, так сказать, ваза или что. Итак, мы засовываем в вазу веревочку, переворачиваем. Ту-ту-ду. И ваза летает! Мы засунули веревочку в вазу, и теперь она летает. Итак, на этом второй фокус окончен. Теперь будет третий. Да, буду. Итак, сейчас будет третий фокус и, наверное, последний фокус. Итак, вот у нас есть три шарика и три стаканчика. Мы переворачиваем один стаканчик, кладем сюда шарик. Запомните, он наверху синего. И теперь фокус. Тру-ля-ля. И он появляется тут. Давайте еще раз. Кладем сюда шарик. Раз, два, три. Давайте же еще раз, последний раз. Кладем шарик. Фокус. Итак, на этом видео подходит к концу. С вами был канал Apple, Рома. Вот он я. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем спасибо, всем пока.